Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 декабря. Память преподобного Фаддея Исповедника. Преподобный Фаддей жил во время господства иконоборческой ереси, когда он вместе с другими был схвачен и приведен на суд. То злочестивые иконоборцы хотели принудить его попрать ногами святую икону, но не могли этого сделать. Поэтому они поступили так, положили на землю икону Спасителя, а святого Фаддея насильно поставили на нее. И хотя он весьма сильно упирался, однако против воли вынужден был наступить на святую икону, будучи поставлен на нее сильными мужами. Тогда мучитель сказал ему: «Вот ты попираешь икону Христа своего, зачем же более противишься нам? Теперь уже надлежит тебе стать единомышленным с нами». Но исповедник Христов ответил ему: «Проклятый, злочестивый, исполненный всякой нечистоты! Не по своей воле соделал я это, да не будет этого, но принужден был насильно твоим коварством и неправедным судом. Я же поклоняюсь иконе Христа Бога моего и целую ее, и желаю с радостью умереть за нее». Посрамленный этими словами, нечестивый мучитель повелел бить святого палецами, пока он не умрет. И когда решили, что он уже умер, то за ноги извлекли его из города. Влачимый, как мертвый, по торжищу и по грязи, святой Фаддей был брошен под городской стеною. Некто из благочестивых христиан нашел его там и омыл, еще дышавшего от грязи. После этого святой Фаддей прожил еще 3 дня и предал дух свой Богу. Скончался в 818 году. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.